Здорово всем, парни. Поиграл сегодня наконец-то в новый Battlefield. Конечно, первым делом меня интересовал снайперский геймплей. Как у них изменилась баллистика пули в отличие от бетки, где она летела со скоростью там, патрона пистолета Макарова. В общем, баги тоже присутствуют. Проваливались под карту, не стартовала игра. Багуется время от времени оптика, то есть не приближает, как будто просто ты смотришь через 1x, но с прицельной сеткой. В общем, много своих приколов, вроде как патчи они никакие еще не завозили после первого дня. А, еще есть техника имбовая в виде лодок на надувной подушке. Они очень шустрые и там достаточно классный пулемет, который открыт у вас с самого начала. И он просто гоняет по карте, никто не может по нему попасть, а он просто косит врагов одного за другим. Это очень жестко, надо, наверное, такое фиксить. Собственно, что получилось, смотрите ролики, если вдруг понравится, не забудьте поставить лайк, может быть, подписаться, кто в первый раз. Приятного просмотра. Оберт. И забрать. И забрать! Я украл вертуху. Выбил пилота из снайперки и забрал вертушку у них. Порулишь меня, потому что ничего. Давай. Не настроено. Сзади. Бил. А там минус. А, минус, это ты зенитка? Да. Прям в задницу полетело. Найди, чел. Некогда пока тут. Стреляет он. Блин, слышу миллионы шагов. Никого не видно. А, это союзник, что ли? Просто никнейм не прорисовывается.